Ослик. Это маленький степной зверек. Живет в степи. Чтобы поймать суслика, нужно взять ведро воды и вылить в норку, где живет суслик. Суслик очень боится воды. Когда показывается голова хозяина, его можно ухватить за задние конечности. Ну, шкурка можно сделать шапка, а мясо можно скушать. Коровы – это парнокопытные млекопитающие животные. Дают молоко, сыр, масло, сыворотка, творог, шоколад молочный. Моя бабушка жила в степной местности. У нее была корова, а вокруг нее бегали суслики. Бабушка очень любила корову, но не любила сусликов, она их кушала. Вы спросите, почему бабушка не кушала корову, которая была рядом, а кушала сусликов? Ну, во-первых, корова была большая, ее съесть трудно, правильно? А суслик маленький, его съесть легко. Все полезно, что в рот полезло, всегда говорила бабушка. Всяк выпит, да не всяк крякнет. Ну, во-вторых, корова дает молоко, сыр, масло, сыворотка, творог, шоколад молочный. Суслик здесь, зараза, ничего не дает. Суслика дает, людей смешить. В-третьих, корова никогда у бабушки ничего не воровала. Суслик, зараза, всегда у бабушки все воровал. Молоко, сыр, масло, сыворотка, творог, шоколад молочный. Сколько, говорит, волка не корми, все равно больше, чем у кабана не вырастет, говорила бабушка. Но побольше, чем у суслика. В-четвертых, если бы бабушка и села кору, то через какой-то промежуток времени ей пришлось бы есть суслика. Поэтому и бабушка была сыта, и корова цела. Моей бабушки уже давно нет. Коровы тоже нет. А суслики по сей день живут. Включи фонограмму для меня, пожалуйста, дорогой друг. Погромче! Thank you very much.